Здравствуйте, мои дорогие подписчики и случайные зрители, которые зашли ко мне на канал. Что я хочу сделать? Я хочу сшить, простой коврик. Может быть, кому-то это будет интересно, может быть, мало ли, может быть, кто-то не знает, как шьются эти коврики. Накапливается со временем какие-то носки, либо старые, либо теряются носки, какие-то вещи, все что угодно. Вот у меня еще нужно рукава от футболок тоже у меня есть, надо их порезать. Я нарезаю полосочками такими. Какой размер вам нужен, смотрите сами. Я тоже, собственно, сошью, а потом, может быть, обстригу. Или просто не понравится мне в процессе, я сделаю покороче. Единственное, что нужно много. Я не знаю, сколько штук, я не знаю, какого размера у вас будет коврик. Много. И самое, резать эти полосочки, на это больше всего времени уходит. Поэтому, если вы соберетесь, включите что-нибудь себе в ноутбуке, на телевизоре, такое, что можно слушать, а не смотреть. И сидите себе режьте. Если вам нужны коврики. Я живу в своем доме, мне нужны. Меньше грязи тащится с улицы. Давайте начнем потихоньку. Ой, нарезала я кусочков для коврика. Нашла такие были у меня из мебельного, не знаю, как он, флок называется или как. Сшиты были из кусочков такие. Даже не знаю, как их назвать. Для чего-то лежали. Я решила пустить их на коврики. И есть у меня две таких, даже не знаю, как назвать. Это были тапочки. Но тапочки сами износились, я их выбросила, а верхушки эти вырезала. Я люблю, чтобы коврики были не просто, а еще и с каким-нибудь украшением. Что, мои хорошие, начинаем шить коврик. Шить я его буду на изнанке, чтобы с другой стороны было все ровненько, без всяких Так. Ничего сложного нет. Берем тряпочку и прострачиваем. Можно сделать по-другому. Можно сложить так в два раза и так прострочить. Да можно как угодно. Такие коврики еще бабушки шили наши. Ладно. Я еще немножко их... педаль потеряла. Ой, не могу. Я их еще немножко присбариваю. Дело это не быстрое. Собственно, шей себе да шей. Сидишь, думаешь о чем-нибудь. Я немножко от края отступила, загибала. Хочу между серыми вставлять цветные. Что же,
веселенько получается. Так, следующий ряд. Мы вот так загибаем. И тут отступаем сколько-то сантиметров. И начинаем еще прошивать. Ну, это как вам надо. Если вы хотите прям густой-густой, так можно прям вот хоть вот так вот прошивать сразу. Понимаете? Рядом через сантиметр. Тогда он будет прям такой стоячий, как, ну, не знаю. Будет, все это будет стоять. Ну, я такой не хочу. Я так вот сейчас посмотрю, сколько сантиметров отступить. Вот так вот. И второй ряд также прошиваем. Два ряда вот я только прошила. Да, у меня беда приключилась. Перегорела опять лампочка в швейной машине. Поэтому показывать мне вам нечего, как я шью, темно. Самой не видно. Вот. Ну, в общем, вот так вот. И шьем, шьем, шьем по кругу. Шьем, шьем. Вот я прошила 4 ряда. И вот сюда вошью. Это верх от тапочка. От старого тапочка. Что мне жалко было выбрасывать. Я отрезала. И вот сейчас сюда вошью. Ну что же, вот такой коврик у меня получился. Лохматенький такой. Плотненький. Украшенный вот мордочкой вот такой. Ну, конечно, время на это потрачено. Много очень тряпочек надо было резать. Но результат вот такой вот. По-моему, симпатичный. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Спасибо огромное.